землю. Не то, чтобы упал у вас под ногами, а улетел. Плохо! Еще! Добрый день. Я Марина Кувайцева, научный сотрудник фольклорист Нарвского музея и руководитель фольклорного ансамбля «Супритки» из города Нарва. Сегодня я проводила мастер-класс для русских хоров Эдвирума. С удовольствием пообщалась со всеми, кто был на этом мастер-классе, потому что видно, что люди очень увлечены русской культурой. Это радует, что с каждым годом все больше и больше появляется ансамблей. И ансамблей тех, которые интересуются исконно русской культурой, которые начинают интересоваться и этнографическими костюмами, и экспедиционными записями песен. Алевтина Ермакова. Я являюсь директором Силамяйского культурного центра. Сегодня мы в первый раз проводим мероприятие, которое называется «Эдавирумский день ансамблей русских народных песен». Это мероприятие является, скажем так, больше закрытым мероприятием для самих участников и для коллектива, который приезжает к нам. Мероприятие проводилось уже очень много лет в Кивииле. Но так как сейчас культурный центр Кивииле готовится к закрытию на ремонт, им немножко сложновато, наверное, проводить столько больших мероприятий, потому что только в феврале они проводили фестиваль русских хоров, где участников еще больше, так как хор по составу по численности больше. И поэтому это мероприятие проводим мы здесь. Мероприятие закрытое, зрители сюда не приглашались, потому что, к сожалению, у нас даже помещение не позволяет вместить столько людей. Мероприятие носит немножко обучающий характер, потому что в начале здесь уже состоялся вокальный мастер-класс, который преподавала Марина Кувайцева, руководитель коллектива «Супритки» из Нарвы. Немного позднее будет танцевальный мастер-класс, который будет вести руководитель ансамбля народного танца «Сувенир». В этот день все коллективы показывают по 2-3 песни своего репертуара. Песни должны быть разноплановые, разножанровые, разнохарактерные. И также в конце всем коллективам рассылались ноты, материалы. В конце будет общая песня, которую все коллективы должны были подготовить. Это будет финальная точка нашего мира. С началом масленичной недели и всех с масленицей!